покупай и продавай астральные бриллианты, а также другие игровые ценности на киберлот.ру. Ссылка в описании. Друзья, всем привет, меня зовут Алмер. В этом видео я вам расскажу пару фичей про то, как качать экипировку, какими предметами самое выгодное. Для того, чтобы найти такие предметы, нам нужно зайти на аукцион, зайти в обработку, выбрать очищающие камни. Ну и вот так оно выглядит. Это изломанные древние ожерелья для шеи. Ну и, соответственно, такие же предметы идут для оружия, правая, левая рука и пояс. Выбираем, допустим, редкий, нажимаем поиск. И здесь вот по цене у нас смотрим, да. Если нам нужно качать офхенд, мы берем щит. Он стоит 2200, на данный момент видео 2300, да, а дает нам 6000 очков обработки. Точно так же есть здесь меч, если полистать, посмотреть. Есть опять-таки шея, пояс. И, соответственно, выбираем то, что нам нужно. Допустим, если нам нужно покачать, раскачать пояс, выбираем, набиваем здесь пояс, да. Можно даже убрать редкие, нажать любые. Нажимаем поиск и смотрим, если нас цена устраивает. Допустим, если вот здесь видно, пояс стоит 1500, то получается, что за 1 АБ мы покупаем 2 очка обработки. Если синий пояс стоит 3000, соответственно, точно так же, да, за 1 АБ мы покупаем 2 очка обработки. Для сравнения, если, допустим, найти черный опал на аукционе, его цена 6000, а дает он 10000. Соответственно, мы получаем меньше за 1 АБ, получаем меньше очков обработки. Ну и тут можно смотреть по цене. Возможно, здесь слишком вы не сэкономите, но дополнительно, если вам нужно будет подкачать или подкопить какие-то ресурсы для X2 обработки, то это дополнительная вам будет такая фича. И еще одна фича, это если вы открываете вот такие вот бутылочки, бегаете, копаете сокровища в море текущего льда, вам постоянно падают различные ресурсы. Падают также такие камни, если вы ходите на эпический штурм, или тоже с этих бутылок, в принципе, падает. Вот неограненный аметист, его можно восстановить, он дает 2500 обработки любому предмету, но если его восстановить, эти ресурсы стоят недорого, и они у вас будут падать, если вы будете копать опять такие сокровища, то вы получаете аметист, который дает 12500 очков обработки любому предмету, ну или 250000 для пух главаря, да, которые вам нужно будет качать, если вы дамагер, если они вас устраивают. 250000, я думаю, очень отличная штука для такого аметиста, да, которые вот эти ресурсы, они очень копеечные, и если вам нужно качнуть пухи, это будет не являться проблемой, просто-напросто вам нужно ловить бутылочки и, соответственно, искать эти сокровища. Также есть другие предметы, но здесь восстанавливать их недорого, так как, вот, допустим, за рыбалку этот камушек, эти ресурсы уже стоят намного дороже, и вот морозный сапфир, его восстанавливать уже будет, возможно, невыгодно. Ну и тем более, если уже говорить про рубин, да, тут вообще уже цены неадекватные, да, эти ресурсы, которые выбиваются, они стоят намного дороже, чем этот камушек с 12500. Но вот такие вот пару камней, вот такие вот изломанные, да, штуковины, которые падают, опять-таки, повторюсь, Neverwinter. Фармите Neverwinter, убивайте, копите под X2, и X2 заливайте артефактную экипировку. Надеюсь, видео было вам полезным, ставьте лайк, если оно вам понравилось, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, и увидимся в других видео. Всем пока!